Всем привет, с вами канал Артмани. Смотрите, что увидела с утра. Солнечный свет. Как он красиво. Там он видно. Все, во всех домах солнышко светит. Класс вообще. И через окна попадает сюда к нам. Представляете? Так классно. Мне так нравится. Так уютно вообще смотрится. Великолепно. Напишите в комментариях, у вас такое бывает? Если страна не солнечная, то попадает откуда-нибудь солнышко с окон. Потому что многие люди фольгу стелят на окна. Допустим, вот тут вот этот вот дом тоже фольгу стелят. И красиво. Там тоже, наверное. Мою полы каждый день. Вот смотрите, откуда эта грязь. Каждый день мою полы. И каждый раз такая грязь. Вот откуда она берется за целый день. Еще это раз. Ток. Ток. Это от холодильника у тебя ток проходит. Вот он мой сын приехал. У бабы отдыхал, да? Вот видите, какой он стал пухленький. Такой хорошенький стал, пухленький за 4 дня. Как секрет, интересно. Кормление ребенка за 4 дня поправится. Тебя она непрерывно кормили, Дима. Постоянно жевал, жевал, жевал. Бабушки, они такие, по очереди готовят, готовят, пичкают, пичкают, да, мою зайку? И Дима сразу поправился, такой, ножки у него прям такие пухленькие стали, да? Да. Да, вроде дома-то я тебя тоже кормлю. Тоже кормлю вроде дома. Что-то болеет. Чего у тебя там болеет? Нос вот тут болеет. Да ты потому что лазишь грязными руками туда в нос. Вот, скажи Димочке... Температура, пока у бабушек была, немножко спала. Домой приехал, все-таки где-то вирус остается. Хоть и протираешь, протираешь. Я протирала все. В основном в комнатах я там протирала, в коридоре чуть-чуть. А вот кухонную гарнитуру вот здесь я забыла протереть. Конечно, нужно все-таки кварцевую лампу покупать. Она хоть везде убьет. Найдет всякие щели, и там убивает эти микробы. Потому что не все щели протрешь. Да, нужно подумать о квартире. Это поясона. Угу. Все-таки ее проще. Ой, спаска, да. Да. И ручки, скажи, мы протираем. Вот такую вот штучку я нашла от Avon. Очень, кстати, удобно, хорошая штучка. И туда я залила. Сейчас покажу. Тут я уже прибралась вон. Такую штуку. Ну, вот сейчас я посчитала, она стоит в районе 100 рублей, но это аптека.ру. Может, даже, кстати, есть дешевле. Водку купить гораздо дешевле. Водка стоит 250-260 рублей, наверное, где-то. Если посчитать за 100 миллилитров, то получается 51 рубль. Проще, конечно, водку. Это мы вот протираем вот здесь вот стол вот этот. Сначала я просто тряпкой протираю, потом вот я спиртовым средством и руки протираем мы, чтобы в рот не попадало ничего, да? Скажи, аденовирусная инфекция такая вот? Или энтеровирусная инфекция? Да? Она вот такая вот. Ага. Все испугались. Мама еле нашла нас. Еле-еле. Прихожу, у вас нету. Ищет, 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 ищет. А Дима вот сюда меня повел. Ах, это он повел даже. Конечно. Он же упертый. Тащит. Вот нет, пойдем туда сегодня. Я говорю, не пойду, нет, пойдем. Ты что сильно? Упертый.
Еще я рисую. Так? Так. Держи рис. Не вывалишь. А вдруг ты вывалишься? Это вот кто? Сорок или ворона, мам? Кто это? Что ворона. Ворона? Она говорит, ворона же белые. Ну, а ворона черные. А, это может быть, может галчонки, у них же это головка черная. Или нет? Хотя они кричат, кар. Ай-яй-яй. Зачем? Складывай обратно. Давай, сложим и пойдем. А то придет этот дворник. Дворник скажет. Выкинет. А это мы сейчас сложим на лавочку. Да, и завтра придем с тобой придем, еще. Опять играть в них будем. Вот. Пошли. Пошли. Ну пошли.